Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, я рад вас всех видеть на нашем канале. Сегодня будет видео путешествие по городу Тбилиси, а именно я хочу вместе с вами прогуляться по красивейшему и прекрасному ботаническому тбилисскому саду. Это одна из лучших достопримечательностей в городе, сейчас весна, все цветет и пахнет, и расцветает, и грех не прогуляться по этому прекрасному месту. Чтобы туда отправиться, я перед этим хочу нанести на себя Пенхаллиганс Terrible Teddy. Этот аромат, который я просто обожаю в последнее время разнашивать. Он прекрасно передает аромат кожи, и здесь кожа не такая грубая, она более такая телесная. Амброксан дает вот эту сладость. И, конечно же, древесность, хвойность дает ладан. Здесь прекрасный, красивейший ладан, который я в последнее время эту ноту стал любить, носить, разнашивать, изучать, так как на самом деле нота ладана, она во всех ароматах очень разная. И, короче, давайте не буду я затягивать вступление. Погнали. Это река Кура в городе Тбилиси. Она протекает в центре города и делит его на две части. Там вдали виднеется Холи Тринити, собор города Тбилиси, один из самых больших соборов в городе. Я сейчас спустился на набережную реки Куры. Здесь такие интересные металлические ящики. Сейчас я покажу. Они вот так выглядят и пронумерованы. Я не понимаю, что это может быть такое, что это за ящики. Вот недавно я был на этом мосту. Снимал оттуда. Что за ящики, непонятно. Напишите в комментарии, если вы знаете, что это за ящики и что они обозначают. Мне будет интересно это узнать. На улице прекраснейшая погода, светит солнце, тепло, плюс 19 градусов. Здесь ребята катаются, скейтбордисты, велосипедисты. Сейчас я вам это тоже покажу. Красивая такая зеленая набережная. Это вот эти белые деревья называются платаны. У них вот такая древесина бело-серого цвета. И это вот как раз таки такой вид деревьев растет в южных широтах, на Кавказе, много в Сочи. Они также есть, эти деревья, я там их видел. Вот на том берегу вот они выстроены прям полностью вдоль самой набережной реки. Вот люди отдыхают, наслаждаются прекрасной погодой, жизнью. Здесь на набережной вы можете встретить такое необычное здание в форме грибов, крыша такая, как лепестки, и грибницы. Это здание юстиции в Грузии. Вы в этом здании можете сделать какие-то необходимые вам документы, связанные с гражданскими делами государственными.
такое большущее современное здание. Интересно. Я сейчас как раз направляюсь к фуникулеру, чтобы подняться вон туда, на гору, где находится ботанический сад. Перед вами покажу такой современный необычный мост через реку, по которому я скоро пройдусь. Здесь экскурсионные такие большие судна плавают, рассказывают про этот прекраснейший город, красивый. Вот видите вот этот памятник, это памятник Мать Грузии. И на фуникулёре я к нему как раз подъеду, а я сейчас как раз возле этого моста прекраснейшего. Вот как он выглядит вблизи. Вон там за мостом, если вы увидите летающий воздушный шар, за определенную плату вы на нем можете подняться и обозреть этот город с высоты. Здесь, как вы спуститесь с моста, здесь такой зеленый, живописный, спокойный, красивый парк. Сам воздушный шар здесь стоит и ждет посетителей своих. Кафешки, люди отдыхают, гуляют. Такой воздушный шар. А это вот здание самого фуникулера. Я как вижу, там прямо очередина. Посмотрим, быстро ли это все пройдет. Можно оплатить обычной транспортной картой, которая действует в автобусах, в метро. Это единый платеж. Только за автобус вы заплатите 1 лари, а за фуникулер вы заплатите 2,5 лари. Это удобно, не надо никаких дополнительных карточек покупать и платежей. Вот. Поэтому, если у вас эта карта, вы знаете, если вы собираетесь в ботанический сад,
этой картой можно спокойно оплатить. Такой лайфхак небольшой. Сам ботанический сад. Здесь шикарный вид на часть только этого красивого зеленого сочного ботанического сада. А это статуя Мать Грузии. В одной руке она держит чашу, в другой меч. А, несмотря на то, что сегодня будний день, вторник, народу в ботаническом саду довольно достаточно много. Была очередь на кассе. Кстати, билет в ботанический сад стоит 4 лари. Довольно-таки бюджетно и доступно. Снял пение лягушек, можно сказать, хор лягушек. Они там что-то так распелись, разверещались. Это прикольно. Есть вот таких лестниц, по которым ты поднимаешься, спускаешься, и такая кардионагрузка дополнительная. И визуально очень красиво, и спортом занимаешься. По моему дыханию, видите, как это не все так легко. А на территории ботанического сада стоят вот такие указатели, куда идти. Очень удобно на самом деле, так как ботанический сад довольно-таки большой по площади. С такими указателями вы не заблудитесь здесь. Сейчас иду к саду, где очень много видов. Сирени произрастает. И по пути, смотрите, какая красивая поляна маков. Очень много маков. Как здесь классно пахнет. Сочной зеленью, только что скошенной
свежестью. Конечно, не передать словами, какие здесь ароматы. Ароматы лета, леса. Вообще нереальные ароматы по своей красоте. И вдалеке смотрите, какая красота. Что это за дерево такое красивое? Просто целая беседка, такая желто-цветочная. Это липа, что ли? Что это вообще? Посмотрите, сколько здесь разновидностей сирени, и фиолетовая, и белая, и розовая. Целый сад. Такого фиолетового цвета это глициния. У них вот такие цветочки свисающие. Такая беседка из глицинии. А, и каждый куст сирени свое вид назвал. У каждого сорта сирени, видите, разные всякие бутончики, то есть в форме цветочков, густота, аромат разный. Например, этот вид сирени называется лавоиза. Она уже, конечно, сирень начинает отцветать свое. И у них разный запах, то есть они по-разному пахнут. Напишите в комментариях, какой у вас любимый аромат с нотой сирени. Мне будет очень-очень интересно почитать, так как у меня ни одного еще аромата нету с нотой сирени. Видите, здесь уже немного другие цветочки с бабочкой. Такие мелкие цветочки.
белая сирень. И название этого это сирени лимонник. А, вот в это время стоит ехать ради вот этой красоты в ботанический сад, чтобы увидеть эту нереальную красоту. А, столько видов сирени. И не пропустить этот момент, когда сирень цветет и очень вкусно, классно пахнет. Это стоит этих моментов, сюда прийти только ради вот этого сада даже. Посмотрите, какой еще вид на фоне всего этого простирается на город. Ромашки. Красивейшее такое дерево. Это вот такие интересные цветочки. Как из мультика. И это все большое деревья, вот в таких цветочках. Бамбуковый лес. Хорошо, мало народу. Да именно почему-то многие до сюда не всегда ходят. Какое-то спокойствие. Вода течет. Звук воды. Пение птиц. Все это успокаивает. Очень приятно прогуляться по этому парку ботаническому, если вы будете в Тбилиси.
обязательно посетите этот парк. Он прекрасен, конечно же. Я думаю, что он вообще в любое время прекрасен. И зимой, и летом, и весной, и осенью. Я говорил, здесь миллионы таких ступенек, чтобы подняться. Я сейчас направляюсь ко второму водопаду, который находится здесь. И, скорее всего, после водопада я закончу свое путешествие по ботаническому саду. Это моя будет уже последняя точка. И буду направляться ужинать и домой. А вот и сам водопад. Такое необычное красивое здание на территории ботанического сада. Кактусы растут, семейство кактусов на горе. А вот там как раз находится дамба. Вот эта дамба, водопад еще. На этой прекрасной ноте я заканчиваю свое путешествие по ботаническому саду. Если вам было интересно и понравилось мое видео, поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Мне будет это приятный такой бонус, что вы подпишете и не пропустите в дальнейшем наши новые видео. Вам желаю таких же приятных, классных, спокойных, чудесных путешествий, отличного настроения. И всем goodbye, до встречи в следующих видео. Вот еще маленький мостик.